года размер минималки в Мариэл вырастет почти на 1700 рублей, составит более 9000 рублей, то есть на уровне установленного прожиточного минимума трудоспособного населения. Соответствующее соглашение между правительством региона, объединением профсоюзов и республиканским объединением работодателей было подписано в Вишкарале в ходе заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Напомню, в этом году размер минимальной зарплаты для организаций, финансируемых извне бюджетной сферы, составлял в Мариэл чуть более 7500 рублей. Впрочем, размер минималки был не единственной темой, вынесенной на обсуждение. Принимается план работы на первое полугодие 2016 года. Что включает этот план? Он прежде всего включает мониторинг по указам президента Российской Федерации. Далее будут рассматриваться обязательно вопросы, связанные с программой содействия занятости, программы, связанные по социальной обеспеченности наших людей, вопросы, связанные по регулированию тарифов, что волнует очень людей. Практически на трехсторонней комиссии рассматриваются все проблемы, которые касаются жизни человека. Еще одним важным итогом заседания комиссии стало то, что все стороны еще раз подтвердили стремление сохранить в будущем году социальные программы, действующие в регионе, в том числе предоставление льгот, программы самозанятости населения и многие другие.